так. Бо там вже є сіно ще рік. Это для подсвечника, да? Да. Красивый. Для свечи, это и есть подсвечник. Красивый это. Сколько он стоит? Без понятия. Подсвечник 1377. Да, вот. 1377. За что? Да? Ну, за то, что он стоит на этом. Когда тут есть и цена на рынке? 320, 729. А в интернете 720. Сова. Субтитры сделал DimaTorzok.
котики на Софійкину кухню. Це декор, чи вже знайомий? Декор, я пам'ятаю, це і для кухні. Скільки мене? 115 гривень. Шкатулочки интересные на подарочки. Зеркальце. Машинка прикольная новогодняя. Декорчик. $10. Ось ця тарілочка теж збору. 222. А там теж було, по-моєму, на базарі, так? Так. Не знаю, що для декору. Хочу на для декора, там можна мені її водити. Интересно, тоже такая для... Для соуса. Для соуса, да, соуса. 45. Шары какой цены? 120 гривен шар.
красивый молодец. Вы мне не молодец, красивый товар молодец. Для корточка. Плохо разговариваю, потому что разговариваю в маске. Поедешь это? Поедешь завтра. Спасибо. Спасибо, я себе ров поставила. Вот видишь, какие формы разъемные для торта. Ого, 608 грамм. Мама, это мыло. Мыло. А, это мыло, да? Да. Ой, обалденно пахнет. Да? Да я бы не хочу без маски. Угу. Вкусненько так. Вообще обалденно. А цена, конечно, тоже обалденная. За 3 кусочка мыла. 400 гривен. Еще об... О, Алена звонит. Носки выглядела, чтобы выйти. Мне нравится. Такой свободный покрой.
шлепаю сетера. Плохо, что они все идут в этот подворот. Не все. За 1500 гривен. Какие выгодные мне, да? Прикольно. Там еще голубой цвет. Сумка это прикольная, черная. Я подумала была. Рубашки теплые. О, да, классный. Вот этот картинок такая. Вот этот классный. Мне вот этот нравится больше. Да. Элька. Элька. Вот Элька. Он будет, наверное, короткий на тебя. Короткий, да. Мне больше нравится, знаешь, какой-то, который потянее. Вот этот? Да. С-ка, М-ка. Вон, Л-ка есть. Есть мой размер. И цена там какая? 1000. Тебе надо подлиннее. Да, что-то такое длинное. О, боже. Новогодняя елка вместо этого. На Новый год. Ну, что, ей не будешь как елка. У Алены такая наподобие красная елка, да? Не, малиновая. Нет, немножко. У нее Алены вот так, типа, вот таким. Нет, вот так. Не, у меня разные есть. Да. Либо да. Как чешуйка такая. Вот это твоя елочка. Короче, 1000 гривен. Надо 119 гривен. Где? Надо, конечно. Нет, серьезно. Серьезно надо мне маечку. Скажи, серьезно? Не, мам, я шучу. Конечно, надо майка для дома. Я давно уже себе купила майку. А хорошая. Кофточка прикольная. Если для кого-то угодно, что-то нет. Нет, ты снимай, мам, давай. Ну ладно, мама, распаковывай, а я буду снимать. Да. Кольцо надо было включить. Не кольцо надо. А, или ты, сделал, нет. Да, трошки надо поделать. Вытягивай. Подарочек к Новому году. Нет, туда. Ален, помоги ей, потому что она... Может, есть с базиликом что-то? Нет, с базиликом есть облепиха яблока. Это наши фирменные есть... Ой, я буду такой. Облепиха яблока? Подожди, да. Еще что? Еще? Есть грейпфрут, есть с грушей и цитрусами, есть с еловыми шишками. Это чайнички. Я буду с грушей и цитрусами. Хорошо. Один чайничек на всех делать? Да, а там он...
Так, расскажу. Это гель для душа, но он еще увлажняет кожу с маслом, ойл, вот. Значит, запах тут такой прикольный. Да, я люблю. Класс, вообще обалдеть. Ну, ребята, такой запах вам не передать. Типа, что-то цитрусовый, да? Это лосьон, а это после того, как покупаешься, лосьон для тела, вот такой вот. Ну, это я люблю такой. Подожди. Класс. Обалденный запах. Так. А это мыло, наверное. А это духи. А, это духи. Ма, ты сегодня душилась? А, тогда ты сегодня не душишься. Давай я открою. Открой. Ой, обалдеть, ты шо? Там це багато, вон така. Мені так понравилось. Ми тільки що мимо цього магазину проходили. Скажи, класно, запах. Оце я люблю такі запахи, взагалі. Ти шо? А где вот этот набор? Набор этот стоит 1100 или 1200. Но что самое интересное, если ты покупаешь одни духи, тогда они 1500. А если ты в наборе все берешь, да, то все вместе вот это вот 1200. Пользуйтесь. Спасибо большое. Ладно, давайте еду выберем. Убираю себе сушики. Наверное, я буду вот эти вот любимые с угрём. А ты зачем там заказывать? Что мне кажи? Мучимся. Так, мы сделали все, выбрали. Выбрали. Да, и попить. Где тут? Подожди, все. Это где-то. А что, ты можешь, если ты лайки ставишь? Да. Ой, там вообще почему-то нет никого. Хотите делать, хотите не делать, типа. Нет, тут маски надо садить. Вот так, так, что тебе принесли? Карбонара. Карбонара. Попробуй, вкусно. Ну, кто-то сюда вкусно. Тебе что принесли? Салат с медальоном. Ты пиво только пьешь. Ну и мне принесли моя любимая, самая любимая, то, что я люблю. Ладно, нам приятного аппетита. И какая вкусная наваристая. Ну, как? Всем приятного аппетита. Спасибо. Очень вкусно. Мои любимые суши с угрём. Да? Женя, как красиво. Ресторан. Спасибо вам за вкусный ужин. Все, мы уходим. Женскую комнату хочешь? Не. Не в женскую, не в мужскую. Вкусно покушали. Спасибо, ресторан. Винцо? Вот. Коллекция винца. Обожаю винцо. Здравствуйте, всем привет. Так, маленько. Парковочка. Паркинг называется.
Так, все, мы поехали на машинке. Вот наша машина. Дальше. Я спереди, конечно, сажусь. Я всегда спереди сажусь. Так, второй день, потом вот это. Сейчас я сажусь. Ладно, все, мы поехали. Наша елочка центральная. И днепровские пробки. Поехали. Такая у нас красота внутри. Приехали домой. Смотрите, как Наля соскучилась. Ты скучила. Ответ на голову. На голову. Так, мы уже дома. В общем, нам Дед Мороз вот наши как бы покупки, подарки. Нам Дед Мороз подарил вот такую флешку. Здесь будут показываться разные фильмы там. Ой, ребят, точно не скажу, как она называется, эта флешка. Вставляется в Smart TV. У кого есть Smart TV? И там русские каналы будут показываться. Ну, в общем, классная штука. Точно я не помню, как она называется. Может, так и называется TV. Fire TV Stick. Так. Сестра, я надеюсь, не вы смотрели это видео, потому что она сейчас занята, предновогодняя суета. Сестрички, вот такой вот декорчик новогодний. Она у нас любит все такое новогоднее. Решили ей взять такие варежки. А они послужат как салатницы. Вот, сюда можно как бы и красную икру положить. Ну, не только красную, черную тоже. И оливки можно положить. Сюда можно сделать красиво, выложить салат. Ну, мне понравились вот мои такие вот взяли. Так, зятю мы взяли. Кстати, советую, кто из Днепра, а он, наверное, не только в Днепре, магазин «Кактус». Ассортимент, конечно, шикарный, ну и цены, конечно. Так, я открою или нет? Сейчас попытаюсь. Так, вот такие вот рюмочки. Тигр. По-моему, тигр. У нас зять родился в год тигра. В общем, ему такие вот рюмочки интересные. Можно... Вот так они ставятся. Вот. Там разные были. Но мы зятю взяли, так как у нас в знак зодиака тигр родился, мы ему взяли тигров. Так, дальше. Это зятю. Потом это нам сестричка. Наш Дед Мороз подарил. Это вы уже видели, я вам в ресторане там показывала. В общем, потом это мне Дед Мороз подарил. AirPods. Так как у меня появился новый телефон. На День Святого Николая мне подарили. Вот. iPhone новый. Вот, поэтому я решила себе купить AirPods. Так, что такие? Потом бренд Massimo Dutti. Это костюм, который я мерила, вам показывала. Ну и как же Новый год без украшений? Золотой лик. Это маме подарок. Это подарила младшая дочь. То есть моя сестра маме подарила. Сейчас покажу, открою, покажу. Вот такой вот наборчик. Это подарок маме от младшей дочери к Новому году. Старшая дочь ей уже подарила подарок.
Так, и вот вторые сережечки. Это тоже подарила младшая дочь маме. Почему-то они на видео не блестят. В общем, вот такие вот у нас подарочки. День потраченный не зря. Вот так вот. На этой интересной нотке я вам хочу сказать всех с наступающим Новым годом. Всем спасибо за просмотры. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.